Всем привет, друзья, меня зовут Антон, и FlipUp.ru хочет представить вам обзор на шлем Shark модель Riddle. Совсем недавно данная модель получила 4 звезды по Шарпу. Кто не знает, что это такое, обязательно загуглите. Данная модель представлена у нас в нескольких цветовых решениях. Можно посмотреть подробнее по ссылке в описании. Давайте перейдем к модели. Этот шлем сделан из термопласта. Сертифицирован как европейской сертификацией безопасности, так и 4 звезды по Шарпу получил при независимом исследовании. У него быстросъемный визор степеней свободы 1, 2, 3, 4, 5. 5 степеней свободы визора, который снимается очень легко. Вы нажимаете в верхнем положении на кружок по центру и снимаете его. При этом устанавливать визор также несложно, до щелчка. У шлема идут солнцезащитные очки. Регулировка в верхней части шлема. Стандартные 3 клапана вентиляции в нижней части и 2 независимых клапана в верхней части. У шлема съемная внутренняя подкладка, так что в целом можно ее отстегнуть и поухаживать за самим шлемом. Подкладка крепится на вот такие пуговки. Снять и надеть ее обратно не составит труда. Застежка у шлема бугельная, мультипозиционная, трещотка. Отстегивается при помощи вот такой красной детали с подшитым материальчиком, для того, чтобы можно было это удобно сделать. Данный шлем отлично подойдет для тех, кто только начал катать, либо катает уже давно. То есть в целом это универсальный шлем, один из лучших по цене качеству. Единственное, что остро необходимо к этому шлему докупить пинлок. Пинлоки у нас отдельно продаются, спрашивайте у наших менеджеров. В стоимость пинлок не входит. Данный шлем представлен в 2 скорлупах. На маленькие размерчики приходится один размер скорлупы, на более большие размеры другой размер скорлупы. Все расцветки можете посмотреть ниже по ссылке.